Здравствуй, Денис. Мы с тобой будем делать своими руками действующую летающую модель самолета. Для этого нам с тобой понадобятся шаблончики. Их у нас 4, но деталей у нас с тобой будет больше. Итак, первый шаблон – это шаблон крыло. Шаблон номер 3. Нам его надо будет с тобой сделать одну штучку. Это шаблон. Шаблон корпус. Шаблон номер 2. Нам с тобой нужно будет сделать вот такой длинный, может быть, я немножко там будет другая нумерация. Нам с тобой нужно будет сделать их 2 штучки. Шаблон номер еще 1. Это шаблон кабины. Нам также их надо будет сделать с тобой 2 штуки. И шаблон хвостовое оперение или хвост самолета, нам надо будет его с тобой сделать 1 штучку. Сейчас я тебе покажу, как нам его разметить на нашем материале. Материал у нас это пенопластовая потолочная плитка. Вот такая вот она, пенопластовая потолочная плитка. Ты берешь пенопластовую эту плитку, кладешь перед собой и укладываешь сначала самый большой, первый шаблон. Я вот буду наклонять, тебе показывать, а ты уже делай тоже самостоятельно. Вот, я взял, положил шаблон, четко один край у меня уходит в уголок плитки. И вот так вот. И простой ручкой полностью обводишь по контуру. Обвел. У тебя должен получиться вот такой вот рисуночек. Видно? Вон, видишь, контур нашего крыла сделал. Теперь берешь большой вот такой вот длинный этот вот шаблон и прикладываешь его. Смотрим, как нам удобнее. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Приложил в одну сторону и также придерживаешь руками и обводишь. Аккуратненько обводим, не торопимся, чтобы линии были ровненькие. Все выступы, все очень аккуратно мы прорисовываем. Обвел с одной стороны. Теперь его берешь, переворачиваешь и кладешь с другой стороны. Уже видишь, как я делаю рисунком кверху. Это делается для того, чтобы нам с тобой как можно меньше использовать материал, нашу плитку. Обвожу точно так же. Простой, обыкновенной шариковой ручкой.
Обвожу, не торопись. Самое главное сделать нам все аккуратно, не торопиться. Обвел, видишь? Один смотрит в одну сторону, другой смотрит в другую сторону. Для чего? Для того, чтобы потом, когда мы склеивали между собой вот этими белыми ровными сторонами друг к другу. Затем нам необходимо расположить вот этих кабины две штуки. Сделать точно так же, как мы делали и фюзеляж. Положил и обводишь. Не торопишься, аккуратно придерживаешь пальчиками. Если надо, аккуратно перемещаешь, чтобы он у нас с тобой не смещался. Особенно вот здесь вот у кабины нижняя часть, вот эта тоненькая, вот ее надо очень аккуратно перевести. Перевели одну часть. Разворачиваем в обратную сторону. И обводим точно так же, не торопясь. Придерживаешь, чтобы четко по линии у тебя все было переведено. Переводим аккуратно. Аккуратно переведешь, аккуратно потом вырежется, склеится и получится хорошая летающая модель. Вот, перевели. Нам с тобой надо еще сделать, перевести хвостовое оперение. Его точно так же укладываем. Видишь, здесь вот внизу у нас осталось место. Я примеряю. Вот оно, видишь, как хорошо прям сюда входит. Я его аккуратно также перевожу полностью. Перевел. Вот у меня получилось полностью, видишь, все заготовки нашего будущего самолета. Заготовка одна, это большое крыло. Две заготовки, это корпус, фюзеляж самолета. Две заготовки, это кабина самолета. И одна заготовка, хвост самолета. Итого у нас с тобой должно получиться 6 деталей. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Резать такую достаточно большую заготовку неудобно. Поэтому мы возьмем и частично отрежем. Часть не использована нами с тобой материала. Для того, чтобы обрезать неиспользованную часть материала, возьми, пожалуйста, досочку, которую я тебе принес,
для того, чтобы поверхность стола ты не повредил. На эту досочку кладем наш листок. Возьми линеечку и сначала по линеечке прочерти линию. Вот так вот. Вот видишь, я прочертил вот здесь вот линию вдоль заготовки, отступая где-то 5 миллиметров. Потом также наискосок вот так вот и вот сюда. Вот так вот. Из этого оставшегося материала у нас с тобой получится еще один самолет. Теперь возьми канцелярский нож. У меня, правда, другой ножичек, резец. Вытащи немножечко лезвие. Поставь металлическую линейку. И лезвием вдоль металлической линейки по линии разметки вырезаешь рта, потом вот здесь вот, где наискосок, режем только на досочке, чтобы не повредить поверхность стола. Аккуратно, пальцы не подставляем. И дорезаем до конца. Отрезали. У нас с тобой получилась вот такая вот наша заготовка, на которой располагаются все детали. Потом мы уже будем с тобой вырезать все оставшиеся детали. Если ты приложишь эту заготовку с изображениями деталей на оставшуюся часть, ты увидишь, что на этой оставшейся части у тебя поместится еще один самолет. Ты можешь потом сначала сделаешь для себя, а потом сделаешь для сестренки. И будете вдвоем потом его запускать. Итак, на сегодня наше с тобой занятие закончено. Спасибо за внимание. До завтра.